Всем привет из Астаны. Посмотрите, где сейчас я нахожусь. Какая красота вокруг. Ботанический сад. И вот так сейчас здесь. Включили фонтан, но почему-то только вот наполовину. Нереальная красота. Такие вот облака. И очень гармонично смотрится. Я сейчас стою на мосту. Мостик. Вот здесь вот спереди главный вход в ботанический сад. И посмотрите, какая красота вокруг. С каждым годом все лучше и лучше. Шикарный вид на Астану. Просто невозможно налюбоваться. И ровно 2 года назад я снимала здесь видео. Сейчас вот здесь вот прикреплю видео. И можно увидеть, как изменилась столица. К примеру, Абу-Даби Плаза полностью достроили. Также вот жилой комплекс достроили. Времена года жилой комплекс также достроили. То есть для сравнения сейчас приложу видео. Посмотрите, как было до. То ли 88, то ли 90 с чем-то этажей будет. И я снимаю. Кстати, вот эти вот апартаменты ЕС также полностью достроили. Все так гармонично, красиво смотрится. Сегодня 12 мая 2022 года. И вот такая вот Астана сейчас. И с этой стороны включили фонтанчик, но почему-то не полностью. Взгляните, как сейчас выглядит. Очень много новых домов, жилых комплексов. Вот здесь вот все практически новые дома. Вот здесь вот. Буквально 1-2 года назад здесь почти ничего не было. Экспо. И давайте здесь немножко прогуляемся. Сейчас я пройду прямо. Пройдем прямо, вот где написано Астана Арена, в ту сторону. И там находится другой фонтан, Тайхазан фонтан. Посмотрим, работает ли фонтанчик, включили ли. И немножко прогуляемся. Немножко дальше отошла, и можно увидеть экспо. И также новую мечеть. Очень быстро все строится. Вот такая вот красивая у нас молодая столица. А здесь вот оранжереи. Вот одна. Вторая оранжерея. Где находятся тропические растения, экзотические. И здесь также есть вот карта, ботанический сад, карта. Здесь сейчас была вот здесь вот, здесь мостик, вот центральный вход, улица Туркестан, вот можно по улице Оранбор зайти, через Кабанбай Батыра и вот Бухар Жырау. А сейчас я дошла до центра ботанического сада, можно сказать, сердцем ботанического сада. И посмотрите, какая здесь зона зеленая. Все вокруг такое зеленое.
беседки. Вот поменьше, здесь по центру есть побольше. И очень много скамеечек, где можно посидеть. Одно из любимых моих мест – это вот здесь вот центр ботанического сада. И продолжаем прогулочку. Почти дошла до фонтанов. Хотела показать вот здесь вот эта вот зона зеленая. Мне очень нравится здесь. Немножко вот так вот зайду. Здесь такая вот атмосфера. Свежесть такая. И просто в тишине здесь посидеть, погулять. Просто классно. Здесь прям такой запах, такая свежесть, потому что здесь вот совсем недавно убрали траву, можно вот здесь вот увидеть кучу, и такая свежесть. И сейчас я дошла. Фонтан работает, но работает не на всю мощность. Наполовину включили. А также вот Тайхазан по центру. Фонтан не работает. Но хоть так. А вообще здесь вот вечером, особенно летом, вечером здесь очень классно. Здесь подсветка. Музыка, очень много людей, детки здесь вот играются. Вечером здесь очень весело. Вот здесь вот находится велотрек. За велотреком жилой комплекс Хайвилл. Астана-арена по центру. Алау. И вот здесь вот новые дома.
И вот здесь вот находится также карта ботанического сада. Мы с одного конца дошли до второго. Получается, вот здесь были, где пруд. Вот так вот прямо прошли и дошли до Тайхазан. А вот здесь, вот кажется, посадили цветочки. Здесь обычно растут розы каждый год. И вот здесь вот, посмотрите, накрыли. И я так думаю, что здесь будут розы. Вау, посмотрите, какие цветочки. Тюльпанчики, поляна цветочков, а это пионы.